В районе ГРЭС идет перекладка головного участка южной тепловой магистрали города. Узкая дорога и близкое расположение зданий создают непривычные условия для работы по техническому перевооружению теплотрассы. Но тем не менее, ресурсники обещают, перекладка будет выполнена в срок. Один участок должны закончить к 10 августа, другой ближе к концу месяца. При этом на время ремонта горячую воду не отключали, дома запитаны по временной схеме, как и на остальных участках. А сложности системные условия, как мы видим, то что работаем с колес, то есть демонтаж производим машины, все это, места под складиром материала практически нет, то есть материал пришел, сразу с этой же машины производим монтаж. Работы по демонтажу трубопровода и все возможно вести в основном только в ночное время, когда уже поток машин снижается. Этот, а также другие участки в историческом центре города глава Самары Елена Лапушкина осмотрела во время выездного заседания штаба по подготовке к отопительному сезону. Мэр пообщалась с подрядчиками, обсудила с ними технические особенности новых труб, условия и график работ. Все новые коммуникации оснащены специальными датчиками, которые с точностью до метра помогут определить место аварии. Но ресурсники отмечают, что это вряд ли потребуется, так как срок службы труб – 50 лет. Глава города напомнила, что все основные работы по перекладке должны быть завершены до 1 сентября. Большинство людей возвращаются из отпусков, детей возвращаются со школьных каникул. И для того, чтобы можно было комфортно продвигаться по городу, по центру города, конечно, мы стараемся освободить всю улично-дорожную сеть от всех перекладок. Также глава города увидела ход строительства новой котельной в Куйбышевском районе. Сейчас рабочие заканчивают строительно-монтажные работы. Подключены все коммуникации и смонтировано оборудование. Главная особенность станции – она будет работать полностью автономно. Здесь не предусмотрено персонала эксплуатационного. В дальнейшем планируется, что это оборудование будет полностью удаленно управляться вот, в проекте. Значит, сейчас мы находимся на стадии завершения всех строительно-монтажных работ. Мощность объекта – 120 мегаватт. Этого хватит, чтобы улучшить качество отопления во всех домах Куйбышевского района. После завершения строительных работ начнется проверка оборудования, а затем подключение к городской системе отопления. С 15 августа мы приступаем к пуску наладки. Увы, скорее всего, вынуждены будем заходить в отопительный сезон на станции КНПЗ, но тем не менее, потом быстро переключимся. Я надеюсь, к Новому году вот у нас уже люди будут получать тепло от новой котельной, современной. В случае, если в Куйбышевском районе появятся новые дома, то котельная имеет техническую возможность для расширения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.